нет, удары, 1-0. Блистательная атака, великолепные удары, прострел. Там пока справа получает мяч штрафной, удар, рикошет и гол! 1-0! Максим Лаук! Он скучал по этому чувству, пьянящему чувству радости от забитого мяча. Он долго лечился, он долго форму набирал. Насколько же важный момент для Максима Лаука. 1-0. Галоян отличился великолепным ударом со штрафного на 51-й. Смотрим за этой атакой Волги. Момент, удар, и 1-0. И забивает Ульяновск. 1-0. Великолепно все исполнили. Герман Паскин отличается голом. Касание слета пробил Паскин. Но это просто роскошно. И, пожалуйста, Волга забрала себе инициативу. Поиграли с мячом на чужой половине. Через правый фланг много атак старались выстраивать. И одна из этих атак приводит вот к такому великолепному пасу и не менее великолепному завершению Германа Паскина. И снова появляются какие-то моменты. Но очень хорошо летит сегодня контратака Ушинника. Соколов на Кулишева, Кулишев подает и завершает эту атаку голевым ударом. Все тот же Дмитрий Самойлов делает дубль уже до перерыва. Аплодирует Вадим Валентинович Евсеев. Действительно блистательная атака, великолепные удары, прострел.